И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Ирина. И в этом видео я буду проводить конкурс красоты, но необычный. У меня возникла такая идея, что я буду притворяться тупой ведущей, типа моей сестрой. У меня реально есть младшая сестра, я буду типа ей притворяться, писать неграмотно, творить какую-то дичь на конкурсе. И буду смотреть на реакцию игроков. И я знаю, что половина игроков, я думаю, уйдут. Ну и к лучшему, потому что видео не затянется. Довольно прикольный пранк. И одеваться я буду без сочетания. То есть я сейчас оставлю лук совершенно без сочетания. Я буду притворяться типа сестрой. Я ни в коем случае не называю свою сестру тупой. Это образное выражение. Я маленький ребенок, который... только зашел в аватарию, который взял компьютер сестры и играет. Ну, я думаю, что на реакцию будет интересно посмотреть. Ну, а мы начинаем. Итак, давайте напишем совершенно безграмотное название. Допустим, я решила, что такое название будет довольно, ну, нормальное. И золотая звездочка я создам, чтобы на мое событие приходили. Я создаю событие. И сейчас посмотрим. Уморительно. Приз будет ужасный. Я, кстати, вот такой вот лук составила. Да. Вот пришли уже люди. Я сразу напишу, что... вот так я напишу. Ой, блин. Ну, пока что она нормально реагирует. Сейчас будем смотреть. Сейчас я уберу этот стул, чтобы... удивительно, на мой конкурс приходит, несмотря на то, что я пипец как неграмотно написала. Наверное, они приходят поржать. Я бы пришла поржать, серьезно. Так, ну вообще, эта девочка тоже без сочетания одевается. И я, как вижу, приходят такие же, как я, видимо, дети. И, блин, ну правда, вот эти девочки, они нормальные. Я не знаю, я не могу точно определить. В общем, я думаю, что это будет очень смешно, боже. Так, давайте подождем, пока придут остальные участники. Со мной хотят меняться. Ну, ок. Так, я закрываю квартиру. Ой, я не туда нажала. Так, я закрываю квартиру на час. Вот так. Все. Пишу. Первый раунд. Божечки. Так, ну тут уже девочки. Что вообще надо делать? Ой, блин. Боже, это угар. Мне уже как-то, знаешь, я чувствую себя, блин. Мне кажется, она рофлит. Ну да, я думаю, что она рофлит, потому что, ну блин. Я думаю, что это реально рофл. Так, готовы. Я еще буду вызывать на стул просто каких-нибудь левых. Ну, короче, я не буду вызывать самых худших, буду как дура просто. Так, я вызову на стул Арину. И просто, допустим... ой, блин, я не знаю, кто... Анна... боже. Блин, я с двумя я написала. Надо просто писать как можно безграмотно. Хотя, если честно, то их луки мне даже не очень нравятся. Но это еще более-менее. Я хотела просто вызвать самых лучших. Так. Можно просто Аня? Ну. Так. Арина, все... странно, но все против Арины. Блин, я походу вызвала нормально на стул. И я напишу «Оденьтесь в клоуна». Боже. Так, мне надо как-то более тупее, но если честно, то я в шоке, то что никто мне даже претензии не предъявляет. Я, меня, например, уже выбесило то, что я такая тупая. Так. Ну, сейчас ждем участников. Короче, тут поуходили несколько участников. Видимо, их уже это все задолбало. И, блин, ну, честно, то
я не знаю, можно вызвать на стул. Ну, я буду притворяться, типа я маленькая девочка, просто буду вызывать на стул, типа в кого хочу. Так, тут еще не оделись, пишу побыстрее, чтобы, а то вот я вижу, тут эти девочки вроде не оделись. А, вот она оделась уже, божечки, это самый лучший клоун. Как у нее ник? Со-со-со, чё, какой со-со-со, блин. Так, на стул, допустим, со-со, боже, я ору. Я не знаю, как ее ник читается, может, я правильно читала, я не знаю. Посмотрим, как участники проголосуют. Со-со, блин, почему я ору с ее ника со-сой? Со-со. Все, я ее выгоняю, она даже написать не успела. Блин, ну да, зеркало. Так, сейчас заставим какое-нибудь зеркало. Так, я не знаю, типа зеркало. Боже, блин. Я реально какая-то тупая, чувствую себя просто какой-то думенихой, правда. Так, ну, мне пока никто ничего не пишет. А вот у девочки нет сапог и шляпки. Короче, я тупо напичкала все подряд. А какая у меня из акции шляпка? Ну, сейчас я типа сниму шляпу. И сейчас я снимаю шляпку. А, как... Короче. Блин. А, я не могу ее так снять. Да блин, листайся, аватария. Не порть мне ничего. А, так, сейчас. Я не могу найти теперь шляпу. Черт. Вот, я ее нашла. Сейчас мы ее снимем. Вот, я сняла шляпу. Тут Виолетта, видимо, ничего нет. Блин! Так. Я вообще не играю, работа. Чё? Чё? Вот. Божечки. Чё он сейчас напишет? В смысле вопрос? Он же мальчик. Убейте меня, плиз. Ой, боже. Ой, блин, я ору. Ой, извините за эту табличку. Оденьтесь, как будто вы умер. Ой, божечки. Если ты мертвый, то почему ты сидишь здесь? Божечки. А вот золотце классно оделось вообще. Мне нравится лично. Аж волосы почернели. Так, сейчас ждем остальных участников. Так, ну, в принципе, все тут костюмы скелета одели. И это, в принципе, нормально. Все, я выгнала его. Так, сейчас я приз ей дам. Я просто самые тупые призы дам, допустим. Вот так вот. Допустим, ей вот так вот подарить. И ей, допустим, вот это вот все. Ну что ж, ребята, а на этом мое видео подходит к концу. Это было довольно угарно. И мне, в общем-то, понравилось притворяться тупой ведущей и смотреть на реакцию игроков. Ну, а на этом я заканчиваю. Всем пока.